персонами от спонсорами Джонрайз. Короче, четвертое, сегодня у нас звание Любий Рэдж. Живые сейчас суки! Остынь, друг, и знай, ты злишься на Дональда, но у нас тут оказия вышла! Неприятность! Я йоги, мудак! Убил бы обоих! А? Стой! Хочешь грохнуть Рэджи? Я тебя не виню! Мы застряли в этой странной стране, как и ты! Они забрали наши паспорта! Вот и приходится подрабатывать! Пойми же! И в Индию не вернешься после истории с коровой. Коровами! Да, коровами. Так много коров. 10 лямов просмотров на YouTube, прикинь. Правда? А, да, это было. Эй, мы думали, Нур хочет поговорить. Кто же знал, что она кинет тебя голым на арену? А что ж тогда ты поставил против него? Да, но только формально. Я тупо перестраховывался, чуви. То есть, друг, а я между тем не сомневался. Ставил на тебя, правда? И я с удовольствием поделюсь, например, 60-40. 40-60? Или мало? Да, бери все, заслужил. Дрался, размахивая болтом. Да, мы очень впечатлились. Его болтом? Тем, как он дрался, дебил. Прям гладиатор. А я спартанцев вспомнил. Проваливайте из моего дома. Я забираю его обратно. Попадетесь мне еще раз? Убьем Дональда. Я йоги. Дунем? Брысь. Уже. Ща, только вещи соберем. Да, их много. Бардак тут, да? Но сперва. А, и что в ней было раньше? Ханка, наверное. Она... родимая. И что с ней случилось? О, да! История была зашибись. Ну да, скандалы, интриги, наркота, все такое. Можно краткую версию? А, не вопрос. Мы только прибыли в Керат. С корабля на бал типа. Ага, и стали проверять, что тут значит выращивают. Интересно же, и ожидания оправдались. Еще как. И все это благодаря одному местному гуру. Он открыл нам чакры. Ага, и мы тогда просто ушли в нирвану. Никогда такого не было. Когда отпустило, мы спросили, где достал. Так мы узнали о Шангри-Ла. Шангри-Ла. Типа... призрак древнего Керата. Древний Керат. Ну да, и его... на самом деле его как бы не было, прям по Шрёдингеру. Керат Шрёдингера. Так, давайте к делу, к сути. Ага, о чем я? Этот гуру сказал, что был в этом волшебном месте и прихватил кое-что с собой. И в этом как-то участвовала загадочная тханка, которая прямо тут висела. А куда она делась? Ну, кто-то разорвал ее на куски, а потом разбросал по всему Кераду. Ну, да это ничего. Старик продал нам карту. А? Ведет в пещеру неподалеку. Да, там еще вход стрёмный. Да, просто жесть. Мы таки хотим туда пройти, но нам как будто внушают. Сюда нельзя или типа того. А карта где? Подозреваю, что мы ее скурили, но не парься. Пещера вообще рядом. Иди на запад. Да, вот. А как увидишь дверь, на которой стрёмная рожа, значит, ты пришел. Да, и травы для нас прихвати. Thank you.
Шангрила. Шангрила. राजा के योद्धा के रूप में मैंने सिर्फ अभी अपना नाम कमाया था, कालीनाग। मुझे राजा के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, लेकिन मुझे थोड़े अलग ही काम के लिए चुना गया। मुझे भेजा था धरती के स्वर्ग शैंग्रीला को ढूंढने के लिए। आपका टांका असंभव को कैसे दिखा सकता है? इस स्वर्ग का गवाह बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसमें रहना। यहां तक मेरा रास्ता लंबा और कठिन रहा। मैंने बहुत कुछ देखा, किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो। लेकिन मैं मूर्ख था जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है। जानवर के दांतों से अटका। जंगल में भयंकर लड़ाई हुई थी। शेर अपने घर की रक्षा कर रहा था, लेकिन किससे? शैंग्रीला पर आक्रमण किया, इस धरती की नहीं, साफ मन के नहीं। कोई खुद या कोई चीज अपने लिए शैंग्रीला को चुराना चाहती थी। के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहा था, जैसे स्वर्ग के नशे में चूर हो। आक्रमण! Thank you.
मैं प्रार्थना के पहियों के साथ बड़ा हुआ हूँ, लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हों। वो इतने बड़े थे। अभी जाओ। रक्षा के लिए मेरा मार्गदर्शन कर रहा था। जब मैंने उसकी माला पहनी तो मुझे अपने शरीर में प्रवाहित किसी अजीब शक्ति का एहसास हुआ। ये माला राजा द्वारा किरती योद्धाओं को दिया गया एक बड़ा सम्मान था। मैंने ये माला किरत में उसके परिवार को वापस लौटाने की कसम खाई।
खोजकर्ता का कर्तव्य है स्थान को ढूंढना है, उससे बचाना नहीं है। कहा जाता है कि शंग्रीला वो जगह है जहां भगवान कीरा की अनुयायी होते हैं। दुनिया के नियम लागू कहानियां सुनाया करते थे। उनकी दवानियां धरती से बुराइयों को दूर करती थी। वो मुझे चेतावनी देते थे, तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानोगे तो घंटियों की दवानियां तुम्हें ढूंढ लेंगे। मैं उनसे बहुत डर जाता था। इस भय का शिकार मैं अकेला ही नहीं था। Какого черта? С возвращением в реальный мир. Что произошло? Я в порядке. Ты пришел сюда с танка? Да, и ты повесил ее в рамку, а потом улегся на пол и уснул? Да. Ты был в трансе. Бормотал что-то. Что было-то? Сам не понял, до сих пор в шоке. А раньше эта штука тут была? А, это семейная реликвия Гейлов. Передается из поколения в поколение. Я разве не говорил? Нет, не говорил. О. Ты просил короткую версию. Да, а мы просили тебя прихватить немного той чудной травки. Ты нашел ее? Я вроде как занят был. Да, ничего. Забей. Но, если найдешь эту танку, помни про нас. Так, все, мы валим. За остальным барахлом кого-нибудь позже пришлем, ладно? Ну да. Мир, брат. Мир, брат. Ты еще. Кирич. Они теперь там. Как интересно. Как все интересно. Ну что ж, на этом можно заканчивать. Подписывайтесь, если вам интересно было. Всем удачи, всем.